Сегодня огромная георгиевская лента в виде буквы Z появилась на въезде в город. Напомним, что точно такой же знак теперь располагается на технике российских военных, которые сейчас на Украине. Как недавно пояснили в Минобороны России, символ означает фразу-девиз «За победу». Позднее букву стали использовать в разных городах на флешмобах, чтобы поддержать вооруженные силы страны. Так, региональное отделение «Единой России» совместно с «Молодой гвардией» не только развернули букву из георгиевской ленты, но и разместили хэштег «Своих не бросаем». Президентом Российской Федерации принято решение о проведении специальной операции на юго-востоке Украины и поддержке жителей Донбасса. Именно поэтому здесь сегодня под буквами Барнаула развернут символ «З». Это символ нашей армии, и мы за мир. В акции приняли участие и другие молодежные организации: театр танца «Иван да Мария», кадеты и волонтеры «Победы». Анара Шагирова, «День с толком».